В поселке Красная речка охотоведы вместе с полицейскими ловили дикого кабана, который разгуливал по жилмассиву в районе улицы Матызалки. Местные жители заметили животное в парке, который называют «березовой рощей». К людям кабан вышел еще по светлу. Агрессии к прохожим он не проявлял, и даже наоборот. Некоторым удалось погладить гостя и сфотографировать его с близкого расстояния. Ну, раз это назад он встал, потом раз его это, ну, как за задницу почесал ему. Потом хребет и голову, затылок тоже сам, и тут тоже сам почесал. Не агрессировал? Нет, вообще спокойно. Изловить вепря взялись охотоведы. Задача была следующей – обездвижить кабана и погрузить его в клетку. В ход пошли рыболовная сеть и веревка. Он порвет ее. Заворачивай сюда, заворачивай. Давай. Все, опутывай его, опутывай. Мах, дай ему. Здесь ушел или с заповедника, или с левого берега. У них сейчас идет обширный гон. Зверь немного ранен, лопатка у него сбита, поранена. Где-то он уже участвовал в какой-то бойне с каким-то кабаном, видать, более агрессивным, более мощным. Ну а так он, как вы видите, здоровый, все нормально, все. Кабана отвезут в зоосад. Там его осмотрят ветврачи, а после животное отпустят в дикую природу. Хотя, учитывая, что сикач был не слишком агрессивен по отношению к людям, не исключено, что он одомашненный.